Ну как такое не снять? Ребята, это что-то. Прикладывает сетку левую китайскую и сверху херачит, видимо, плиточным клеем. А дальше, я так понимаю, будет клеить искусственный камень White Hills. Да. Во-первых, на газобетон нельзя приклеивать искусственный камень. Будет влагонакопление в конструкции стены и потом разрушение газобетонного блока. Поэтому, если отделывать газобетон, то необходимо произвести грунтование, сделать адгезионный образ, штукатурку по маячкам, минимальная толщина 15 мм, штукатурка с низким модулем упругости. Либо цивизик СТ-24, либо МПА-35. Выполнить штукатурку 15 мм по маячкам, вынуть маячки, заполнить штрубы от маячков, потом выполнить базовый армирующий слой из клея со стеклотканевой сеткой, разумеется, с диагональными внутренними косыночками, использовать качественный клей, качественную фасадную сетку. Ну а здесь вы видите просто откровеннейшую халтуру. Это вот человек, можно сказать, сделал мой день. Вот такого рукожопа еще никогда вот не заставал на месте преступления. Видите, как откровенно, нагло, просто без зазрения совести. А ведь люди платят за это деньги. Люди будут покупать этот дом. А этот дом у них потом развалится. Так что вот так вот. Делайте, ребята, выводы. Запомните домик. Вот этот домик, ребята, нельзя покупать. Он построен рукожопами строителями, самыми худшими в мире. Откровенная халтура. Вид с другой стороны. Как видите, самую душманскую сетку прислоняют к фасаду газобетону и дальше замазывают сверху клеем. Видите, когда выполняется технология штукатуривания газобетона, нельзя просто делать базовый армирующий слой. Необходимо вначале прогрунтовать, выполнить штукатурку по маячкам, штукатурка с низким модулем упругости, вынуть маячки, заполнить штробы и после этого только выполнять уже базовый армирующий слой из специального клея для СФТК с диагональными внутренними косынками, с фасадной стеклотканевой сеткой. А здесь видите, душманская сетка. Приложили на газобетон и типа и так протянет. А потом уже, когда заказчики купят все это, будут сами с этим расхлебываться. Жуть. Вот такие вот домики на продажу любят делать у нас. Самое главное, никто за это не будет нести никакой ответственности, за эту халтуру.